Подмосковье вновь начал работу волонтерский штаб «Мы рядом». Жители могут обратиться за помощью по дому, доставкой продуктов, лекарств, психологической поддержкой. Для того, чтобы получить необходимую помощь, жителям нужно зайти на официальный сайт волонтерского движения «Мы вместе» и нажать на кнопку «Мне нужна помощь». Все желающие стать волонтерами могут оставить заявки. Для этого необходимо нажать на кнопку «Хочу помочь».